Специальные устройства с тревожной кнопкой презентовали сегодня в Алматы ветеранам войны в Афганистане и ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции. С помощью этого гаджета можно быстро вызвать скорую помощь или полицию. При этом устройство может использоваться и как обычный мобильный телефон, в котором даже в случае нулевого баланса тревожная кнопка продолжает функционировать. Обратиться в профильное министерство, это Минздрав и социальных программ, чтобы вот такие мобильные телефоны были за счет государства приобретены и розданы тем людям, которые нуждаются. Но в этом нуждаются не только ветераны войны, это есть и сердечники, которые болеют, сахарный диабет. Стоимость такого устройства вместе с обслуживанием составляет 25 тысяч тенге в год. Девайс разрабатывали в Санкт-Петербурге, зарядки, по словам специалистов, хватает на 5 дней. Чтобы исключить случайное нажатие, палец на кнопке следует удерживать в течение 3 секунд. При этом у оператора высвечивается вся информация о человеке, которому требуется помощь, вплоть до диагноза и контактов родственников и его местонахождения.